Страшная тайна Михаила Булгакова, которую вам точно не рассказывали в школе. Во время Первой мировой Булгаков работал врачом. В это время он начал употреблять морфий для облегчения аллергии на антидифтерийную сыворотку. Скоро это переросло в настоящую зависимость. Жизнь его жены превратилась в ад, она терпела агрессию со стороны мужа во время приступов ломки, находила для него новые дозы, чтобы избежать побоев. Писатель даже грозился убить жену. А как вы относитесь к подобной истории? В нашем закрытом канале мы обсуждаем многие шокирующие темы.